Дорогие друзья, сегодня у нас очень важный, серьезный и ответственный момент. Мы так долго к этому шли. Наконец-то в нашем проекте «В кладовое добра» у Тамары Ивановны Халиной появилось свое помещение. Нам было сложно. Проекту уже 11 лет, и этот проект заслуживает, чтобы стать полностью самостоятельным. Я поздравляю от всего сердца нашу Томочку за то, что теперь ее никто не будет гонять с места на место. Там можно, здесь нельзя, слушать чьи-то условия. Вот, теперь мы принадлежим сами себе и можем спокойно помогать еще больше и охватить еще больше нуждающихся. Спасибо вам за то, что вы нас поддерживаете, помогаете, за то, что вы всегда рядом. А сейчас мы торжественно перережем ленточку. Пусть этот вход в кладовую добра всегда будет открыт для посетителей и приносит много счастья, добра, поддержки, помощи людям, которые в этом нуждаются. Ура! Ну, давай, Тамара Ивановна, режь своей рукой. Нет, давай ты, я тебя подержу. Я как всегда, как фундамент. Ура! Ура! Я так рада за тебя.